съседните на Русия страни. За новините от Москва, Ангел Григоров. Вече са вакцинирани. Каза фон дер Лайен и отправи благодарност към всички здравни работници за усилията им за справяне с пандемията, както и към доставчиците на ваксини срещу. Приветствую всех на канале «Про жизнь в Болгарии после Канады». Показываю вам поездку в Варну, Несебр, Созополь и другие морские города. Итак, спустя месяц после переезда в Болгарию мы отправились посмотреть морское побережье Болгарии. Там, где мы жили, от нас был далеко океан, на нем могло быть неприятно даже летом, так что про море я могла только мечтать. Я давно мечтала посмотреть, как живется у моря зимние месяца. И действительно ли там так сыро, ветрено и серо, как мне рассказывали некоторые люди? А так как мы уже слышали от других людей, что Варна – это город, где больше инвестирует государство в свои учреждения, чем в Бургас, я предложила сначала отправиться именно туда. Ходя по городу, я сразу заметила, что Варна – более чистый город, чем София. Люди более спокойны, атмосфера в нем мне показалась уютнее. Курортный город возле Варны, Константин и Елена. Вспоминая погоду в Канаде, обыкновенный минус 30 мороза и снегопады по 40 сантиметров, можно было еще больше насладиться температурой в плюс 10 и свежестью морского воздуха Варны. И это в самые зимние месяца. Мы арендовали жилье за день до приезда в Варну через Airbnb. Это была двухспальная квартирка в 10 минутах ходьбы от морского парка. В квартире было очень холодно, кондиционеры, повешенные в каждой комнате, вовсе не справлялись, чтобы нагреть воздух. И даже наоборот, как будто создавали холодные струи по комнате. Но это, пожалуй, почти единственный, но существенный минус был этой квартиры. После двух ночей мы пошли ночевать в отель, в котором просто обыкновенная электрическая переносная батарея смогла отопить весь арендуемый мансард. Можете взять себе на заметку, это был отель «Юго» на улице Царь Самуил, Варна. Мы отправились вдоль побережья Варны к городу Святой Константин и Елена. После мы за день зарезервировали себе комнату в отель-спа-центре Термопалас в городе Кранево. Так как шел весь день дождь, мы провели там все свое время, наслаждаясь солевыми, растительными банями и теплой минеральной водой в бассейне. Впервые воспользовались сервисом от рыбы Гара Руфа, который очищает якобы кожу, делая микромассаж и дают бурные эмоции. Нам еще повезло с ценой, потому что были каникулы и у нас была хорошая скидка через сайт бронирования Booking. Когда мы хотели остаться еще на одну ночь, мы спросили про цену и она уже была намного выше через рецепцию, а бронирование через Booking вообще убрали для этого отеля в тот период. Мы направились в город Балчик, в его ботанический сад на берегу моря, обоснованный в 1955 году. На этой территории была построена летняя резиденция румынской королевы Марии в 21 году. В этом месте также мы продегустировали бесплатно уникальные местные вина и ракию с вкусом инжира, дыни и так далее. Я нигде еще не пробовала такие натуральные, ароматные и вкусные вина.
территории этого заповедника мы также нашли стоящие отдельные мини-домики, которые можно арендовать в летний период. Приезжаем в Несебр. Здесь мы будем ночевать одну ночь. Недостроенные есть дома, как и везде. Сегодня мы здесь будем спать одну ночь. Наша кровать, балкон. Тапок порвался. Вот это все наш балкон. Вот всего лишь на одну ночь. Кажется, что не сезон, но все равно есть люди. Этот отельчик, который мы арендовали, с виду казался таким красивым, современным, но сама комната, что нам попалась, в ней, во-первых, был сломан бойлер, нам приходилось идти купаться в соседнюю комнату, принимать душ. А во-вторых, там была какая-то вытяжка прямо в зале, и соседи сверху включали вытяжку на своей кухне, готовили какую-то рыбу. Когда они включали эту вытяжку, в общем, весь запах и все разговоры, мы все слышали. Ну, это так, житейские подробности. Вообще, эта набережная, она шикарная. Мне больше всего понравилась именно Несебр. И именно благодаря вот этой вот широкой, длинной набережной возле моря. Вообще... Нам пока все очень даже нравится. Закат. В конце нашей поездки мы искали, где можно еще отдохнуть и арендовать комнату за небольшую цену, и этот город оказался Китен. Этот город нам показался маленьким, но однако там, нам сказали, есть даже школа. Когда я открыла ночью дверь, чтобы послушать город, я услышала полную тишину. Города Китен.
Нет, нет, не заброшены, строятся. Человек 10.